Приветствую всех, с вами канал «Деньги в интернете». Уже как полгода просят меня рассказать про зарубежные партнерки, ну и, собственно говоря, заработок на них. Сегодня мы начинаем эту тему, и речь пойдет о фарма-партнерке Express RX Sales. Это партнерка номер один в фарма-направлении за рубежом. Основные клиенты у нас из Европы, заработать здесь можно очень много. Итак, перейдя на данный сайт, мы спускаемся чуть ниже, видим партнерскую программу, ну и далее регистрируемся здесь, заполняем все данные верно. Если вы не понимаете, что от вас требуется, воспользуйтесь переводчиком, и все проблемы вмиг решаются. Имя, фамилия, ваш логин, название, адрес, страна, тип трафика, интернет, то бишь арбитраж. Это может быть SEO, SMM, другие источники трафика, баннеры и электронная почта. Но об этом мы поговорим чуть позже. После того, как вы подадите заявку на регистрацию, через некоторое время вам придет уведомление на почту, но вообще желательно связаться с менеджером, которому вы подробнее расскажете, откуда у вас будет трафик, вам заодно посоветуют, что да как правильно делать, ну и активируют аккаунт. Ссылку я оставлю в описании, ну и логин менеджера в скайпе тоже оставлю, будет полезно вам, только не пишите, что попало, только по делу. Итак, я уже зарегистрировался, аккаунт мне подтвердили. Вот так выглядит интерфейс данной партнерки, onlinepaymaster.cc. Сбоку мы видим комиссионные уровни, то есть сколько вы будете получать при оборотах, изначально 20%, выплаты осуществляются стабильно, на разные платежные системы, но для нас, конечно же, самым близким будет WebMoney, поэтому без проблем здесь можно вывести на WebMoney. Интерфейс, в принципе, интуитивно понятный, вы можете получать отчеты, генерировать ссылки, брать баннеры рекламные, ну и использовать другие инструменты. Также получить ответы на интересующие вас вопросы, посмотреть свой профиль и использовать купоны. Сейчас все подробно разберем. Итак, для того, чтобы начать зарабатывать, мы переходим в Links Code, то бишь генератор ссылок, устанавливаем свой идентификатор, выбираем прокладку, предложено 4 аптеки, каждая имеет свои особенности. На третьем этапе выбираем разделы, я выбираю главную страницу. На четвертом этапе выбираем язык сайта. Я рекомендую вам оставить как есть, динамичный, то есть он будет выбирать автоматически тот язык, где расположен пользователь, GeoIP. Если зайдут из Германии, то будет на немецком. Из Франции на французском, все понятно. Можете по умолчанию на английском сделать. Указываем название компании и на шестом этапе выбираем тип и формат получения ссылки. Это может быть ссылка, прайс-лист, Google Feed и Cart Links. Формат по стандарту, текстовый вариант, табличный и веб. Мы выберем текстовый и нажмем генерировать. Получаем вот такую вот ссылку, здесь можете заметить свой партнерский ID, язык и название компании. Это можно будет увидеть в дальнейшем на отчетах. Давайте перейдем по этой ссылке и посмотрим, что у нас доступно. Вот нас перекидывает на этот сайт, который мы выбрали. И далее человек, который попадет по данной ссылке и приобретет препарат, это может быть Viagra, один из самых популярных, ну и другие. Мы с этого получаем комиссионное отчисление. Таким образом и зарабатываем. Давайте теперь перейдем в инструмент и посмотрим, что еще доступно для работы. Самое первое – это баннеры. Все достаточно просто и понятно. Размещаете на своем или стороннем сайте баннер, по нему кликают заинтересованные люди, в дальнейшем совершают покупку, и нам идут хорошие отчисления. Баннеры интересные, цепляющие, ну и разных форматов, которые вы можете выбрать слева. Второй инструмент – это купоны. Вам предоставлен код, который вы можете рекламировать на каких-то площадках, в рассылках. Заинтересованные в скидке пользователи будут применять данный промокод, и с продажи вы будете получать процент. Следующие шаблоны. Вы можете сгенерировать свой лендинг, нажимаем создать и далее указываем название, ссылочку, тайтл, описание, картиночки, добавляем продукты, после создания раскручиваем сайт, продвигаем за счет SEO, ну и получаем трафик с поисковых систем. Последнее это лендинги. Достаточно приятные лендинги, которые можно скачать и в дальнейшем установить на свой хостинг, прикрепить домен и также направлять SEO трафик. Выбор неплохой. Еще раз напомню, что без проблем можно использовать переводчик страницы и будете получать более-менее понятную информацию на своем языке. Что касается трафика. Социальных сетей выхлоп не очень. В Google AdWords не пропустят такую рекламу. Тизерные сети тоже особо не заходят. Наиболее эффективный вариант – это SEO-продвижение,
использование баннеров на тематических площадках и email-рассылка. Как раз таки про email-рассылки в скором времени будет видео на канале. Тоже один из частых вопросов, как ее делать. Вот расскажу вам. Что касаемо данной партнерки, я с ней работал давно, платят стабильно, нормально, а самое главное много. Очень хорошее отчисление, особенно с текущим курсом вам ведь будут платить в долларах. Если вам что-то непонятно, можете перейти в раздел Manuals, и здесь вы можете получить руководство с сайтом, партнеркой, как получать трафик и вообще как работать здесь. Думаю, многих из вас заинтересует такая фарма-партнерка, направление перспективное, высокооплачиваемое, ну и конкуренция не такая уж высокая. Если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, рекомендуйте ролик друзьям, ознакомьтесь и с другими способами заработка на канале, оставляйте комментарий под видео, с какими еще зарубежными направлениями вы работаете. А так на этом все. С вами, как всегда, был канал «Деньги в интернете». До новых встреч, друзья!